Масленица – славянский праздник, сохранившийся с языческих времен, связанный с проводами зимы и встречи весны. Праздник получил свое название, потому что в этот период времени, последнюю неделю перед Великим постом, разрешается употребление в пищу сливочного масла, молочных продуктов и рыбы. В православно-церковном календаре этот период называется сырной неделей. В течение этого времени полагается воздерживаться от мяса. Считается, что смысл сырной седмицы – примирение с ближними, прощение обид и подготовка к Великому посту. Время, которое нужно посвятить доброму общению с ближними, родными и друзьями. Дата начала Масленицы каждый год меняется, в зависимости от того, когда начинается Великий пост. Главные традиционные атрибуты празднования Масленицы в Украине – блины и гуляния. К обрядам начала нового годового цикла относятся сожжение мусора и чучела Масленицы, как уничтожение всего старого, дряхлого и освобождение места для нового и лучшего.